Друзья, всем привет! Хотелось бы сегодня поговорить на такую тему, как какой автомобиль приобрести после Лады Гранты использования. Кто-то использует год, кто-то два, кто-то три, кто-то 5 лет. И поэтому хотелось бы об этом немного порассуждать. Сегодня хотелось бы поговорить о таком моменте, как какой автомобиль приобрести после Лады Гранты. Вот у вас Лада Гранта, вы ее купили, какое-то время использовали, и потом какой-то автомобиль надо покупать. Кто-то год использует, кто-то использует два, кто-то три, кто-то пять, кто на всю жизнь хочет автомобиль свой эксплуатировать. У меня получается, я стараюсь как можно обновляться, всегда люблю новые модели ВАЗа покупать. Год, ну, три, у меня разные были и по году, и по 3 года, и по 5 лет, и 10 лет у меня были автомобили. Это все зависит от финансового состояния, от настроения вообще, от обстановки в стране. Много факторов зависит на эту тему. Сейчас у меня вот имеется Лада Гранта, ей почти год. Я ее продавал, ее никто не хотел купить. Сейчас, потом, когда я продал X-Ray, поступали новые опять предложения купить Ладу Гранту. Но 610 рублей, вот что можно купить за эти деньги? Да ничего сейчас не купишь за эти деньги. Я бы сам за 610 купил бы, если бы у меня бы стоял выбор купить автомобиль, тем более в таком состоянии, в хорошем, я бы сам купил за эти деньги машину, потому что сейчас посмотрел люкс престиж, продают в Тольятти с Enjoy Pro за 740 тысяч рублей. 740, это продать эту Гранту, купить эту, смысла нет вообще никакого. 740 это люкс, даже люкс вот есть на автомате, 750 или 760, тоже ни в какие ворота не лезет. Поэтому сейчас мы катаемся на Ладе Гранте, будем немного в нее вкладывать денег. Лучше в нее вложить, чем эту сотку там или сколько там тысяч, 150 тысяч сейчас вкладывать в этот автомобиль, чтобы купить такой же автомобиль, только новый. А у меня этот новый, уже затюнингованный и намного в более лучшем состоянии. Я про него все знаю. Отличный автомобиль. Поэтому будем пока кататься на Лада Гранте и немножко тюнинга, может быть, добавим. Может, еще что-нибудь сделаем. Ну, пока мне машина нравится. Денег отдавать 300 тысяч там или 400 тысяч, чтобы купить Ладу Весту там или какой-нибудь автомобиль, никакого нет резона. Весту, если буду брать, то только в тюнинге, не в тюнинге, а в рестайлинге, когда выйдет новая модель, но это на следующий год, поэтому до начала следующего года мы будем на Ладе Гранте. И все про нее будем рассказывать, писать и снимать. Едет она отлично вообще, мягенькая. Подвесочка у нее идет по трассе отлично. Разгон у нее вообще, можно сделать все
весь Б-класс сделать по разгону вообще. Так что автомобиль отличный. Сейчас здесь вот есть такая у нас вертолетная площадочка. Можно на нее выйти, полюбоваться красивым небом. Вот такая площадочка здесь для вертолетиков. Включается задняя передача, музыка у нас выключается. Выключаем заднюю передачу, музыка снова играет. И вот поэтому автомобиль Lada Granta у нас в люкс престиже. С музыкой мы посмотрим, что будем делать. А пока пойдем посмотрим на внешние виды. Внешний вид у нас суперский, автомобиль классный, небо вот такое, жара неимоверная. Вот такая у нас Lada Granta Lux Prestige. Так что пишите, кто сколько эксплуатируется, какие машины, какие планы, сколько хочет эксплуатировать автомобиль, планирует, какую машину после Гранты хочет приобрести. Очень интересно это мнение вообще. Вот так мы сейчас обойдем вокруг. Отличный автомобиль. Цвет, все супер. На этом наша передача подходит к концу. Очень интересный момент. Всем пока. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и добра.